Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 33. Мы с вами продолжаем проходить игру Stalker. Итак, каким-то неведанным образом у нас в прошлый раз не записался звук, хотя я там, блин, разглагольствовал, собственно говоря, кучу всего. О куче вещей там разговаривал. Почему я именно выбрал именно Stalker Complete 2009, а не Stalker Lost? Так, сейчас, подождите. А, все, я понял. Где мы? Твари. Вот, да, основная проблема была в том, то, что я рассказывал. Там вообще какой-то до идиотизма доходят вещи. Вещи, которые вот, ну, возьмем тот же вес, 35 килограмм максимум, который чувак может переносить. Это ад, честно. Что с 35 килограммами я тут могу вообще перенести? Где эта гнида? Заколебали, друзья. Честно вам скажу. Уроды вонючие. Ну да, в общем, короче, я записал там 4 видео с предыдущей игры, да. Я, наверное, их выложу, скорее всего. Но могу вам сказать сразу, это просто какой-то дикий ад. Блин, что такое, блин, 35 килограмм? Одна винтовка, один костюм и все. Вот какая винтовка, а у нас тут... Давайте теперь смотреть, у кого лучше. Ко мне! Ко мне! К тебе, к тебе. Так, это мы выкидываем. Давайте мы одну возьмем, винтовку. Ко мне! Выручайте! Кто-нибудь, а? Хороший винтарь. Так, держи. Спасибо, друг. Свечку. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Он меня выведет. Куда ты меня выведешь? Так, подождите. Смогу я еще винтовку одну взять? Давайте попробуем. Да, взял. О, блин, нифига тут сколько всего. Опачки. Смотрите, здесь у нас что. Тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Отлично. Тебе можно что-нибудь продать? Так, спасибо тебе за твою помощь. Не приди ты вовремя, был бы уже покойником. Я ищу информацию о стрелке. Серый мне говорил, что ты что-то знаешь. Ну... Хорошо, слушай, говорят, что стрелок промышлял в этих местах, к тому же где-то в местных подвалах находится тайник стрелка. Говорили же, что здесь была база его группировки. Мы тоже искали тайник, только ничего не нашли. Я тебе скину информацию, может, тебе повезет. Там вся информация о тайнике, которая у нас есть. Как мне попасть в эти подвалы? Тут один из многих входов. Через него ты попадешь в один из соединенных друг с другом подвалов. Ну а там смотри сам. Карты у меня нету, они очень длинные. Множество комнат и довольно запутанные. Спасибо за информацию. Так. Во-во-во-во-во. Потрошки. Гранаты. Ты обалдел, такие цены за гранату. Так, теперь мы ему вот этот автомат впарим. И вот этот.
Да и вот это тоже можно впарить. Что еще можно? Пестель давайте впарим, тоже дерьмо. Ну, зашибись. Эх, блин, а сейф нафиг. Поехали. Ой, подвал-то у нас, оказывается, это вообще другая территория. Как бы тут не обкакаться от страха. Ненавижу подвалы. Ну, вот сколько вот здесь вот эта лампочка крутится лет? С 86-го года? Что происходит вообще, а? Очень надеюсь, что мы ни с кем не встретим. Да, друзья, что-то я тут это... Тварь, а? Мы тут точно ничего набирать-то не будем, потому что нам нельзя. Только патроны. Летит, твою мать, что за нахрен? Ой! Что-то, знаете, мне вот всегда кинуть гранату хочется. А вместо этого я не гранату кидаю, а... хренью страдаю. Очень жалко, что, конечно, не записалось. Вот, блин, вот предыдущая трансляция, я прям очень, да. Да, ну и стоит, конечно, нам поговорить о формате, в котором я записываю. Это 2.45, а точнее киноформат, что в переводе 20:9, собственно говоря, обычный киношный формат. Ах ты гнида, а. Ёб твою мать. Ничего так артефактов-то, а? Давайте съедим. Боже ты мой, съели, а? Прикольно, подкрепились. Неплохо подкрепились, да. Черт, вот так я не ожидал, что он вылетит. Надеюсь, файлики мне клеить потом не придется. Было бы грустно очень. Сука ты, бля, и не лечишься. Как же так? Вот мля и не мля. Нельзя есть у чужого человека. Сразу игра выпадает. Ладно, ну а мы идем дальше. Явно здесь надо очень осторожным быть. Так. Вы знаете, у меня...
Кого мы тут видим? Мы тут видим кровососа. Чтобы его убить. Стрёмно тут, блин. Он же невидимый. Вот он, вот он. Очень грустно. Сука, твою мать, а? Как же ненавижу этих тварей. Да, патронов-то я так знатно потратил. Слушайте, вот, да, вот эти вот патроны, что у нас, 9.18, вот нам 9.18 нужно. По крайней мере, гранату восстановили свою. Бляха, я тебя порву, скотина! Пиздец, я чуть не обосрался, честно вам скажу. Сука, откуда вас всех тут понаперло? Вот схрон. Thank you.
Подождите, тут скорострельный какой-то у нас. Обалдеть. Скорострельный, реально. И этот новенький. Ладно, поставим пока это. А что я тут должен? О, стоп. Так, пора отсюда текать. Мне на самом деле не показалось. Там, по ходу дела... Подождите, это что у нас? 9.18, а нам что надо? Тоже 9.18. Вот нам эти патрончики нужны. Однако ж быстро. Опять меня попали, блин. Да сколько у вас там, а? Дебилы, что ли? Так, ладно. Покушать нам надо? А, слушайте, я же могу так лечиться. Сука, ушел. Убил? Не убил. Беру на себе. Бери. Не любил я этот момент вообще в этой игре, потому что он не любит все эти. Сукин сын, а.
Так, там не сюда. Там какая-то тварь. Стрёмная причем. Жалко, что нету у этой игры. Ёпт, куда я вылез-то? Да, я вылез, мадафака. Подождите, а зачем я вообще сюда вылез? Так, подождите. Ладно, автосейв. Давайте попробуем Бля, я так его не убью здесь. По большей степени сейчас сами все сюда придут. Я тебе порву, скотина!
Вот тебе! Пипец. Задрала она уже. Что, все успокоились? Ладно. Ха-ха-ха-ха. Как быстро. Военный Кузнецов, что ли? Действительно. Так, я их всех обыскал, да, все. Вроде никого. Тут время сейчас 5:43. Тварь позорная.
Проблема в том, что сейчас, мне кажется, спецназ подойдет. Ух ты, блин, артефакты. Слушайте, надо все это собрать. Смотрите, сколько много артефактов. А что здесь такое-то? Обалдеть. Артефакты — это деньги живые. Так, 66 кг, много. Восемь кг. Блин, там прям пещера чудес. Но туда мы не пойдем. Явно надо опасаться всего этого дерьма. Хотя там много. Много разных интересных. Давайте посмотрим. Посмотрели, да. Еблысь и нету. Давайте еще раз попробуем. Наверное, мы, знаете, как... Давайте вот сохранить единичку на единичке. А, я не могу двигаться уже.
чё, ради чего мы сюда пришли? А тут, в принципе-то, и ничего и нету. 68 у нас. Что ж, давайте выбираться отсюда. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Чуть не попал в этот ад. Кусочки мяса тут еще валяются. Все, двигаем. Черт, это военная. Зашибись. Пробежали, блин, как, а? Так, а вот теперь аккуратненько. Ёб твою мать, а? Как же вы достали? Ой, слушайте, я сейчас отсюда не уйду. Топать надо отсюда. Уныло здесь очень. Но еще более унылее это все-таки Lost Alpha. Там, блин, вообще не бывает хорошей погоды. Оружие убрал. Давай что-нибудь у меня купишь. Давай автомат покупаем.
Я как-нибудь еще проживу. Так, ладно, нам по дороге надо идти. Так, убери оружие. На самом деле я уже забыл, куда идти, если честно. Бармен где-то там. На карте схрон отмечен, но мы его сейчас не возьмем. Нет, я не буду брать. Всем прием! Говорит состава долго на свалке. Из темной долины по направлению к бару идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Слово долго. Опусти оружие. Парень, опусти оружие. Спрячь. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Так, почему? Дальше находится наша территория, база группировки «Долг», и мы очень придирчиво выбираем тех, у кого пускаем к себе домой. И если у тебя нет особо важных дел к нашему руководству, то мы тебя не пропустим. Мне надо пройти, у меня дело к бармену. Да, бармен сообщил нам о тебе, можешь пройти. Спасибо тебе, что помог нам отбиться от кабанов. За услугу возьми заслуженную награду. Спасибо. Что было за награда, я так и не понял. Так. Знаете, конечно, идея была бы такая хорошая. Вот пересадить бы эту игру на движок последней игры «Метро». Я думаю, что по-новому можно было бы поиграть в нее. Так, давайте мы сейчас здесь вот это пока потратим, автомат. Тихо-тихо, смотрим. Беги, мадафака. Так, ну вот, в принципе, я уже и на месте. На нас лежит огромная ответственность.
Отдохнуть надо. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Свободные территория долга. Ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где бар Сторинген. Ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Если кто помог. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Здорово, Меченый. Принес документы с Агропрома? Да, вот, держи документы с Агропрома. Отличная работа, Меченый. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут Арни. Его координаты я тебе скинул. Значит так, по документам, которые ты принес с Агропрома, кое-что начинает проясняться, но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию, похожая на заброшенное подземное помещение в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта, и чтобы открыть ее, понадобится 2 электронных ключа. Один я тебе дам. А второй заберешь у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать, получить второй ключ от лаборатории X-18, проникнуть в нее и добыть недостающую часть документов. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, Меченый, берешься? Так, я попробую. Что у нас тут есть-то? 30 тысяч костюмчик-то, блин, а? Цены-то кусаются. Хотя... Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Если бы кто помог. Так, ну ладно, друзья. Как меня угораздило. Опачки. Место, где можно хорошо выпить и поговорить. Место, где вам всегда подскажут, как подзаработать. Подходите в бар Сторинген. Мы всегда рады новым посетителям. Так, давайте почистим немножко. Пистолет нам не нужен. Черт меня дернет. Так, хотя, знаете, вот это, я думаю, патроны я заберу. Эх, че. Так, ну что ж, друзья, давайте мы, наверное, на этом и закончим, потому что думаю, что дальше у нас будет сейчас в лаборатории X-18, надо будет найти оружие, ну и всякое разное. Ну что ж, с вами был Сафер на канале ProGamer Television, всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.